Закрываю глаза. Давай посмотрим. Ты же в космосе? Да. Я тоже. Тогда зови меня по имени. Ты к мне или пришла? Просто. Да, я к тебе прибежала. Ну, сначала пришло какая-то сущность в форме волка, с головой волка. Причем то маска была, когда дотронулась. Считай ДНК. Проверь, чтобы это была я. У меня какой-то игл с human legs. Ага. Орел с ногами человека. Извини, я ушла из космоса, потому что Кеми открыл дверь. Ничего страшного, возвращайся обратно. Теперь видишь? Да, ты бежишь, зайка за тобой бежит, прыгает. Он такой смешной, у него какой-то свитер интересный, вязаный, золотой. Золотая нитка. Такой большой вязкий нос, ушек начинается, как будто бы капюшончик. Потрогай меня, проверь мою ДНК, чтобы ты была я на 100%. Проверь. Это точно, приточно я? Я тебя взяла за руки сейчас. Чувствуешь мое тепло? У меня тоже даже ладони у меня теплые стали. Мне тоже. Смотри внимательно. Я вижу какую-то штучку, как колокольчик у тебя. Причем, знаешь, он двойной. Он как вот рождественский колокольчик на елке, только он у тебя в голове. И где-то в сердце около там. В сердце, да. Как будто бы ты о чем-то думала, и ты. Что это Рождество не такое, как всегда. Что мы не можем делать все то, что мы всегда делаем. Было у тебя такое? Думала о таком? Да. Вот эти вот два колокольчика, причем я такие, как золотое такое, медное, что ли, с красными, блестящими, как дождикообразными такими бантиками. Знаешь, как дождик блестящий на елку иногда вешает? А ты как видишь? Ты уже вынимаешь, я вижу, из груди. Да, потому что я уже понимаю, что случается. Окей. Только у меня ничего в груди не болит. Но он почему-то раздвоился, этот колокольчик, и пошел. В голове он звенел у тебя. У тебя была только головная боль или еще какой-то шум, какой-то звон в ушах? Не было ничего такого? The side of my head really hurts, and like. Потому что он у тебя смещен с левую сторону. Моя левая, твоя правая. Ты понимаешь? Mm-hmm. То, что из груди я вижу, да, оттуда тоже уже вынула. Но я вижу, как ты открываешь портал и выбрасываешь. Проверь себе еще голову. Потрогай ее, можешь просветить фонариком, создать себе фонарик, просвети. Посмотрела? Там вроде чисто все. Только малюсенькая, какой-то камень. Я вижу, что это такое. Ну, доставай, вот там в тимусе. Это прямо посередине головы, это ты видишь? Да. Он темный, черный, да? Да. Доставай, давай посмотрим, кто это. Что это? Это ты создавала или кто-то другой создал? Кто-то другой. Ну давай позовем того, кто его создал.
На счет три он появится перед тобой. Раз, два, три. Он какой-то Грейс к третьим глазом. Такой ом делает, да? Да. Это точно серый? Потрогай его. Нет, он какой-то alien, как похоже на серого. Он маленький, но он не робот. Он у него большая forehead, маленькое лицо и маленькое тело. Да, у него выделяется лоб так вперед. И у него как fangs, как a wolf, like a wolf kind of. Yeah, just like beard. Как у волка? No. А, как, я поняла, things. Как подбородок, типа, да? Зубы. Да, я поняла, я вижу, да. Клыки, да? Да. Так, а кто его прислал? У него есть начальник? Нет. Он сам пришел. А почему он пришел, когда он зашел в твою энергосферу? Давай пойдем в тот момент. Когда он смог войти, на какую эмоцию, на какую мысль, как он смог зайти? Earlier today, I was disappointed because I got ready for nothing because the teacher said, because we were having problems with hearing each other and stuff, the teacher said our group wouldn't be acting out today, but then... Это драма класс, что ли? Ты была расстроена из-за драмы? Yeah, and then... But then they let us share, because everything ended up good. А, то есть ты думала, что ты не будешь этим полярным медведем в драма-классе, что у нас не будет этой игры? А у вас потом все равно она была, и на это вот это разочарование твое этот волк вошел, да? Он какой-то гибрид, он скрещенный с серым. Я вижу это, да. Хорошо, давай тогда. Или пусть он... этот имплант у тебя вынимает, или ты сама вынимай? Я сама, я его не trust. Да, не надо никому доверять, лучше самой. Выбрасывай тогда и его, и камень в портал. Как будто бы моя рука магнит сейчас, она выходит из моей головы. Я вижу, да. Ты как бы приложила к колбу и примагнитилась к ладони, да? Ты выбрасываешь портал. Так, молодец. Опять в стене открыла, закрыла, уже вижу, выбросила. Посмотри внимательно вокруг. Своя энергосфера, вокруг себя. Есть там что-то еще? Я ничего не вижу. Отлично. Тогда хорошо. Тогда отсоединяйся от всех, от всего. Молодец. Хорошо почистилась.